В браузере открываем поисковую систему и вбиваем miui.com. Найдет официальный сайт. Далее заходим в форум. После этого заходим в загрузки. В загрузках выбираем для всех продуктов бренды и выбираем модель Xiaomi, которая у нас, на которую нам надо скачать прошивку. Далее переходим в загрузчик, выбираем пакет данных, который нам нужен. Старая версия либо новая. После скачивания забрасываем ее в телефон. И через официальное обновление системы, которая проверяет скачанную прошивку, устанавливаем на телефон.